Площадка маленькая, шума на весь город. Жильцы домов на Олега Кошевого, Бурачка, Терешковой просят о помощи. Их дети не в безопасности. Асфальт положен частично, там, где он нужен. Вообще предполагалось, что, возможно, может быть, там сделать какое-то другое покрытие, более мягкое. Хотя бы песок какой-нибудь. Да. Потому что дети на этой площадке зубы свои теряют. На ремонт детской площадки подписи собирали всей округой. Представители управляющей компании «Владдом» еще в марте пообещали заменить вздутый асфальт на новый. Спустя полгода ожиданий появилась лишь узкая полоска. Большая часть территории – грязь и булыжники. Ключ у нас бьет. Они собирались его убрать. Но его просто перекопали, и он как бил там, так он и есть. Просто он поменял направление, теперь течет вообще через всю площадку. Но другого места у маленьких горожан для прогулок нет. После 6 вечера здесь играют по меньшей мере около 30 дошколят. Из-за того, что управляющая компания не помогает жителям ближайших домов, горожане сами решили проявить инициативу и облагородить территорию. Так эта кирпичная стена превратилась в яркое красочное полотно. Но пока это единственное, что радует глаз. Веревки на качелях давно износились, нет нормальной песочницы, а железная радуга требует новой краски. Кажется, что тайфун здесь проходит каждый день. У нас еще была карусель, которую выкопали и куда-то она в неизвестном направлении исчезла. С просьбой доделать начатую работу местные жители обратились даже в прокуратуру. Ведомство отреагировало и обязало управляйку закончить с ремонтом. Но во Владдоме, по словам нашей собеседницы, на это пока денег нет. Работы, которые мы смогли, мы выполнили. То есть дальше у нас нет своих средств. То есть работы выполнили за счет управляющей компании «Владдом». То есть как бы себе на убытки. То есть в дальнейшем других работ никаких там не будет? Ну, мы как бы планируем еще сделать отсыпку песком, укрепить бордюр, все. Но это вот как бы затраты, которые мы не сразу можем выполнить. Жалобы на управляющие компании от жильцов многоквартирных домов – дело обычное. В администрацию Владивостока заявления о смене УК или ТСЖ поступают каждую неделю. Ежемесячно 2-3 дома меняют управляющую организацию. Для того, чтобы собрание считалось правомочным, должно в нем принять участие более 50% собственников. Причем здесь считается по площади. То есть не просто там, допустим, если в доме 100 квартир, должно быть 50 квартир, а именно площади должны быть. Правда, не всегда замена одной управляющей компании на другую поможет исправить ситуацию во дворе. Но это вовсе не означает, что попытки нужно прекратить. Тем более, что во Владивостоке подобных организаций около сотни. Мы хотим новую детскую площадку! Валерия Белоус, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.